В 2007 году меня позвали в прокуратуру, вот по какому поводу. Я в своем ЖЖ, в интернет-журнале поздравил всех, так и написал прописными буквами, всех с Новым годом по еврейскому календарю. Я написал, если верить Ветхому Завету, то все люди в той или иной степени евреи. Пошутил. Пошутил. Лучше других шутку оценил гражданин Ёлкин из Хабаровска, фамилия подлинная. Он написал заявление в Генпрокуратуру с требованием привлечь меня к уголовной ответственности, потому что я своим поздравлением всех с еврейским Новым годом, дальше слушайте, нарушил 26-ю статью Конституции Российской Федерации, в которой записано право человеку самому определять свою национальность. А я его, значит, евреем обозвал. Но я пошел в Гагаринскую прокуратуру. Следователь говорит, пишите пояснение. Я говорю, с какого места? Он говорит, как можно подробнее. Но я написал, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Следователь внимательно ознакомился с моими показаниями. Сказал, нет, так подробно не надо. И я спрямил ту довольно действительно длинную историю и выразил письменную надежду, что группа этих древних евреев не помешает гражданам Российской Федерации в соответствии с 26-й статьей Российской Конституции определять свою национальность самостоятельно. А потом написал, отдельно поясняю, что говоря о том, что все люди в той или иной степени евреи, я не имел в виду гражданина Ёлкина из Хабаровска. Значит, Ёлкин от обезьяны, это мы видим. Потому что всего два варианта, как вы понимаете. Тут каждый выбирает для себя, либо от евреев, либо от обезьян. Тут ничего третьего.